«Сохраним жизнь маме». Весь ноябрь в Ульяновске посвящен профилактике рака груди. На базе Центра охраны здоровья женщин волонтеры семейного движения дарили посетительницам познавательные буклеты и рассказывали о важности профилактического обследования. Часто посещаю и наблюдаю все. Это важно, потому что это здоровье. Не случайно девиз акции «Твое здоровье в твоих руках». Женщина должна сама, да, себя осматривать, естественно, пальпировать. Да. Мы женщины беседуем в репродуктивном возрасте, да, то есть ежегодно она осмотр гинеколога должна проходить. И параллельно, то есть мы обследуем молочные железы. У нас есть специализированный прием по дисгормональным заболеваниям молочных желез. Женщина приходит на прием, мы ее обследуем, даем рекомендации, отправляем женщин на поликлинику. У нас есть маммографическое исследование, УЗИ молочных желез. Ну и, конечно, дарили женщинам розовые ленточки – символ борьбы со страшным заболеванием. В России рак молочной железы является наиболее частой онкологической патологией у женщин. В мире ежегодно выявляется более 1 000 000 новых случаев, а в России свыше 45 тысяч. Заболеваемость постоянно растет, а патология молодеет. Все чаще она стала касаться женщин от 30 до 40 лет. Самое главное, чтобы в каждой женщине была вот сформирована онконастороженность. Если каждая женщина будет проходить своевременно УЗИ, маммографию, если будет заниматься самообследованием, то мы не сможем пропустить это страшенное заболевание. Поэтому мы все выступаем за профилактику. Профилактика за профилактикой – будущее. В завершении акции волонтеры отпустили в небо воздушные шары. Еще один символ – информирование о проблеме рака груди.